Sports. It's in the game. Матч ждет нас впереди, Константин. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении покажут свою лучшую игру. Супер Велочи начинают в следующем составе. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. Нголо Канте с первых минут играет с Сократосом в середине поля. И Ришарлисон сыграет в роли нападающего. Свисток по делу, было вне игры. Увайран. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Лукас Моура. Если говорить об их составе, в первую очередь я бы обратил внимание на Диего Форлана. От его игры сегодня будет многое зависеть. Сегодня мы, конечно, ждем от него мощных ударов. О, каков, а! Очень красивый гол забит. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Все внимание к накате. Форлан. С мячом опять Исьен. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Супер Велочи очень здорово идут вперед. И навес в штрафной. Все-таки не получается навес, вратарь первым оказался на мяче. Аль Увайран. Вот такой отбор, соперник остается без мяча. Это Сократис. Пас на сайте Аль-Увайран. Пробить решилась я. Доннарумма надежен. Ришарлисон. В штрафную, там есть кому сыграть. Лукас Моура, можно бить. Все-таки получилось добить мяч в сетку. Как ни старался вратарь, один он не справился. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Аль Увайран. С мячом Хидитоси Наката. Потери и у соперника. Эффективен высокий прессинг сейчас. Мбаппе.
Лукас Моура. Ришарлисон. Какой момент у Мбаппе! Супер отбор. Шевченко. Аль-Увайран. Все внимание к накате. Хороший пас. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Осталось забить один, чтобы сравнять счет. Хватит ли времени идти? После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Секо Фофана. Секо Фофана с мячом. Ну, товарищ. И мяч снова у них. Аль-Увайран. Пас на сайда Аль-Увайран. Прекрасно сыграл. Все могло быть гораздо опаснее в этой атаке. Майкл Эсье. Хавьер Маскера. Саид Аль-Увайран. С мячом Хидитоси Наката. Отличное оборонительное действие. Это Сократис. Ришарлисон. Пас на Фофана. Канте. Секо Фофана получает пас. Отличный перехват, пожалуй, его лучшее действие сегодня. Мбаппе. Немного точности не хватило этой передачи, мяч уходит в аут. Ну-ну, товарищ. Мяч у Сократаса. Здорово защитник играет. Н'Голо Канте. Не так просто его остановить. И это мог быть его дубль в сегодняшней встрече, если бы не вратарь. Но не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. Это вратарю подарок, мяч без проблем он забирает. С мячом Диего Фурлан. Пас на Диего Фурлан. Хорошо, вратарика. Редкая возможность у них сейчас сравнять счет, и трибуны гонят их вперед. Арбитр дает свисток на перерыв, и скоро мы... Футбол продолжается. Судья дала свисток к началу второго тайма, и мяч покидает центр поля. Н'Голо Канте. Ришарлисон с мячом. Н'Голо Канте. Лукас Моура. Защита принимает удар на себя. Зарабатывает угловой супер велочек. Мяч летит в центр штрафной. Не получилось использовать этот угловой. Мяч покидает штрафную. Давид Трезеге. Теряют они мяч.
Сократес пока что выглядит очень здорово, ты как считаешь? В первом тайме он проделал большой объем работы, причем очень часто оказывался не на своей позиции и помогал команде как в атаке, так и у своих ворот. Фофана. Сыко Фофана с мячом. Ришарлисон. Серхио Рамос. На другой фланг мяч переводит он. Фофана. Чистая игра в отборе. Сократис. Лукас Моура. Хороший пас отдал. Пытается тут придумать что-то. Голкипер ведет мяч в игру. Повезло им сейчас откровенно. Диего Форлан. Атака продолжается. Уверенно идут вперед. Внимательная игра в оборону. В офсайде оказалась команда. Лукас. Это Сократис. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Вратарь молодцом. Тащит сложный удар. Важно не выключаться из игры. Пусть даже боковой показывает офсайд. Такое спасение точно запомнится. Крайне плохой пас получился. Мяч перехвачен. Майкл Эсьен. С мячом Супер Велочи. Ришарлисон. Теперь очередь соперника атаковать. Ворота все ближе. Резеге бьет. Доннарумма справляется с ударом. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. И это мяч для вратаря. Сильным пас получился. Хидетоси Наката. Наката сейчас мячом. Пас на Саида Аль-Увайрана. И удар заблокирован. Перехватили пас как надо. Пас на Диего Форлан. Что придумает Эсьен? Шикарный момент! Очень опасный момент, но до ворот мяч не долетел. Н'Голо Канте. Рамос. Санетти, легенда Интера или сенатор, как его называли в этой команде, легенда сборной Аргентины. По завершении карьеры решил не возвращаться на родину и остался работать в системе миланского клуба. С мячом Хидетоси Наката. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Вот это момент у него. Сохраняется разрыв, один мяч. Дает вратарь еще шанс своей команде вытащить хотя бы ничью в этой встрече. Идет мяч в штрафную. Этот угловой не привел ни к чему опасному. Получается отдать верхом. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Ну и момент. Сейчас можно было бы поставить точку в матче. Но вратарь против. Просто фантастика. Отлично действует оборона. Наката сейчас мячом. С мячом Хидетоси Наката. Последние 5 минут пошло.
последней возможности это для них забить. Нельзя мяч терять сейчас. А это все как мы любим. Гол на последних минутах, и счет становится равным. Да, соперники, понятное дело, приуныли. Немного оставалось до свистка, но нет, пропустили. Очень сильный удар у него получился. От души, что называется, приложился по мячу. Не думаю, что вратарь тут мог что-либо поделать. 2-2, у нас снова равенство. Николо Канте. Сыко Фафанас мяч. О, как здорово! Смогут ли они воспользоваться шансом и вырвать два дополнительных очка? Он сыграл надежно, удар накрыт. Одна минута добавлена, это одна, максимум две атаки. Все, закончен матч на сегодня, ничья. Здорово сегодня обе команды играли, и ничья справедлива. Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола, и все готово к началу матча. Ваши комментаторы сегодня — Георгий Черданцев и Константин Генич. Игра Division Rivals впереди. Это должен быть отличный футбол. Поскорее бы этот матч начался. Ждать уже нет сил. Великолепная атмосфера у нас сегодня. С нетерпением ждем начала матча. Стартовый состав гостей вашему вниманию. В воротах Вена. Лусио начинает с Пауло Мальдини. Гулит вместе с Роналдиньо в центре полузащиты. И в атаке сыграет Самуэль Это. Передача на Анхеле Ди Мария. Ди Мария с мячом. Эрнандес. Положение вне игры. Давид Трезеге. Отличный перехват, очень вовремя. Тео Эрнандес. Они идут вперед, много вариантов, как сыграть в атаке. Рут Гуллит. Туре. Мяч потерян. Хидетоси Наката. Свисток по делу, было вне игры. Эрнандес. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Сейчас счет может измениться. Это был отличный удар, но мяч изменил направление. Майкл Эсье. Саид Аль-Увайран с мячом. Вот он, ключевой момент атаки, и на этом она закончена. Роналдиньо! Анхель Ди Мария. Рут Гуллит. Уверенно они в атаку идут. Анхель Ди Мария. И есть удар!
сыграл сейчас отменно. Сейф мирового уровня у голкипера. Феноменальное спасение. Не очень получилось этот угловой разыграть. Хидетоси Наката. Запрессинговал его совсем защитник, и мяч он выпустил за пределы поля. Рут Гуллит. Мяч у Это. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Хорошо, атака развивается. А вот и не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Ди Мари. Как же вовремя он сыграл на перехвате. Шевченко. Ди Лоренцо. Тео Эрнандес с мячом. Туре. Я Туре. Эрнандес. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Похоже, ждал он паса чуть раньше, поэтому залез в офсайд. Это он. Я Туре с мячом. Ничего не получится, пас перехвачен. Аль Увайран. Трезеге. А теперь придется поиграть без мяча. Ди Лоренцо. Ошибка со стороны защиты, этим нужно пользоваться. Удалось прервать эту проникающую передачу. Оказалось, это был почти гол. Анхель Ди Мария. Не торопятся входить в штрафную, хотят все идеально разыграть. Туре. Мяч у Гуллита. Мяч перешел к другой команде. Саид Аль-Увайран. С мячом Хидетоси Наката. Наката сейчас с мячом. Продолжает идти вперед. Из этого что-то может получиться. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Ди Лоренцо. Мяч у Гуллита. Я Туре. Пас на Анхеле Ди Марию. Отличный чистый отбор. Есть момент, нужно бить. Мяч не вышел, но ситуацию спасает боковой, поднят флаг. Было положение вне игры. В первом тайме больше не остается. Продолжаем. Впереди второй тайм. Хороший темп набирает атака. Рут Гуллит. Хорошо тут сыграл. Жордан Амави. Трезеге получил мяч. Отличный перехват, очень вовремя. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Ди Лоренцо. Это Рут Гуллит. Я Туре.
И все-таки атака захлебывается. Жордан Амави. Пас на Саида Аль-Увайрана. Здорово защитник играет. Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Лусио. Ди Лоренцо. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. И пробил. Есть первый гол в этом матче. Посмотрим, что будет дальше. Повторяет нам гол. Отлично он обыграл защитника. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Гости забрали себе мяч и владение полностью за ними в последние минуты. Толку, правда, от этого пока что никакого. Моментов они что-то особо не создают. Так что не знаю, как будет дальше. Но на данный момент, что с мячом, что без него, они не могут приблизиться к тому, чтобы сравнять счет в этом матче. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Может он сравнять счет? Нужно играть мяч не у вратаря. Вот и все. С этой атакой покончено. Может он идти дальше? Слишком рано пошло движение игрока. Судья фиксирует вне игры. Яя Туре. Эрнандес. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Здорово получается продвигаться вперед. Не смогли справиться с владением. Нет, не удержал он мяч. Защитник не позволил. С мячом Диего Форлан. Ферлан Минди с мячом. Пас на Диего Форлан. С мячом Эсьен. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Есть варианты для развития контратаки. Нужно играть быстрее. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Ферлан Минди. Эсьен с мячом. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Со второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Роналдиньо. Рут Гуллит. Сейчас внимательнее с мячом. Они уже на чужой половине. Рут Гуллит. Хороший отбор, главное без фола. Жордан Амави. Пока что хозяева ведут в счете, но разница не такая большая, чтобы быть уверенными в победе. Откровенно говоря, обе команды не балуют нас атакующим футболом. 1-0 на табло после почти полного матча. Сильно сомневаюсь, что мы увидим больше одного гола в оставшееся время, хотя проигрывающей стороне нет. Извини, что прерываю. Отличная позиция для удара. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Мяч хорошо двигается в атаке. Нужно продолжать. С мячом Диего Фурлан. Очень здорово прессингуют они. До конца игры 5 минут. И у нас шаткое преимущество в один мяч. Майкл Эсьен. Можно забивать тут.
Вот он момент для удара, но защита на высоте. Обыгрывает он своего соперника. Защита играет надежно и блокирует удар. Угловой они будут подавать. Есть возможность увеличить свое лидерство в счете. Свежий игрок появляется на поле. Вот так вот. Хитрят. С мячом Диего Форлан. Какой момент! Нужно бить! Потащил один удар, но может быть и второй. Ничего опасного, они своим шансом не воспользовались. Вот это пас прекрасный. Получается принять мяч, атака выглядит перспективно. Вратарь в игре тащит этот удар. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня, и он фиксирует победу.